Более полумиллиарда рублей будут затрачены в регионе на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Только в этом году в нем принимает участие 9 населенных пунктов Тульской области. Тула исключением не стала. Жители улиц Кутузова и Шухова с помощью федеральной программы партии «Единая Россия» намерены решить проблему подтопления придомовой территории. Илья Логинов продолжит тему. Несколько небольших луж, то немногое, что осталось от последних дождей. Собственники уверяют, даже после небольших осадков дворовая территория превращается в водохранилище. От постоянных подтоплений страдают жители порядка 9 домов. У нас очень рельеф местности таков, что мы здесь просто плаваем. У нас образуются поймы, мы не выйдем ни ни из подъезда, никуда мы не можем пройти. У нас настолько серьезный объем воды. Со своей проблемой жители обратились в приемную партию «Единая Россия» к Юрию Цкипуре. Глава города лично выехал на место и пообщался с жителями. Выяснилось, что дороги идут под углом, и вся вода скапливается на придомовой территории. Засыпав ямы, например, щебнем и сделав ливневки, вопрос с подтоплением полностью не решить. Это нужно выделение средств, само собой, но самое главное – проектирование, потому что работа, она очень непростая. Поэтому вот просто, так сказать, что-то там выложить, заложить и так далее. Для одного дома будет хорошо, другие будут заливать, если мы сейчас что-то сделаем. Там хорошо, здесь будет заливать. Составить проектно-сметную документацию только предстоит, но уже ясно, что работы будут дорогостоящими. Глава города предложил жителям принять участие в масштабной программе «Единая Россия» по формированию современной городской среды, на реализацию которой только в этом году в Туле потратят более 400 миллионов рублей. По поручению Юрия Ивановича наши специализированные службы провели обследование этой территории и нашли техническое решение, которое позволит нам организовать водоотведение таким образом, чтобы и в подъезды вода не попадала, и она организованно уходила там на улицу Шухова и не доставляла неудобств жителей. Теперь судьба придомовой территории по улице Кутузова и Шухова полностью в руках жителей. С 1 сентября начнется прием обращений для участия в программе. Специалисты Пролетарского территориального округа пообещали жителям помочь в сборе подписей и составлении коллективной заявки. Сейчас эти работы проводятся в очень таком хорошем темпе. Но нужно сказать о том, что и те работы, которые проводятся по данной программе уже в этом году, они все практически были согласованы жителями. Было проведено около 300 встреч с жителями в городе Туле. Большинство жителей уже сейчас готовы участвовать в программе, по которой только в этом году отремонтируют 163 дворовые территории и 17 мест общего пользования. Глава города заверил, что уже в следующем году на улице Шухова смогут навсегда решить вопрос подтопления.